Вот 2000 дома есть? Да. Вот 2000 байки? Нет. Сегодня в доме номер 24 по улице Гагарина работает полиция. Владельцы 7 квартир задолжали круглую сумму по коммунальным платежам. Ландыш Харисова ушла в минус на 97 тысяч рублей. Чуть меньше половины этой суммы она должна за электричество. Специалисты энергосбыта еще в январе отключили квартиру от электроэнергии. Но жильцы беззастенчиво сорвали пломбы со щитка и подключились самовольно. После того, как мы их отключили, долги не погасились. Видите, вот их были, они были ранее отключены, они пломбы отодрались, самовольно включились. Сейчас состоится акт о самовольном отключении и снова их отключим. Только по электрике жильцы дома задолжали компании «Энергосбыт Плюс» более 360 тысяч рублей. Поэтому сегодня сотрудники компании в очередной раз блокировали счетчики. А составленные полицейскими административные акты за самовольное подключение будут переданы в суд. За самовольное подключение, а равно самовольное потребление электроэнергии предусмотрена ответственность по статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Штраф на физическое лицо в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За повторное подключение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Если штрафы не будут оплачены самостоятельно, должниками займутся судебные приставы. Любые средства, поступающие на банковские карты неплательщиков, будут тут же списаны в счет долга, а их имущество может быть выставлено на торги. Если же должник все-таки продолжит уклоняться от уплаты коммуналки, ему грозит реальный тюремный срок. Анна Ковырзина, Андрей Бусыгин, новости.